В администрации Кизляра под руководством заместителя председателя правительства Дагестана Магомедгусейна Насрудинова прошло выездное совещание по вопросу увеличения доходной части бюджета, развития налогооблагаемой базы и проведения мероприятий по легализации теневой экономики в городе Кизляр. С основным докладом выступил министр экономики Раюдин Юсуфов. На территории города находится 9 промышленных предприятий, развивается малый и средний бизнес. В Кизляре осуществляют свою деятельность 912 индивидуальных предпринимателей. В 2012 году город включили в перечень моногородов России. Сейчас идет разработка комплексного инвестиционного плана и его модернизации. По вопросам социально-экономического развития по итогам 2012 года в городе есть позитивные результаты. По данным статистики, среднемесячная начисленная заработная плата составила 14 800 рублей. На одного работающего, когда в среднем по республике было 13 822 рубля. В городе Кизляре благодаря нашим крупным промышленным предприятиям. Город исправно платит налоги. В прошлом году Кизляр перечислил налоговые органы 185 миллионов рублей при запланированных 125. В этом году план повысили. На 1 июня в доходную часть бюджета города уже поступило 84 миллиона рублей. В ведении муниципального образования Кизляр находится 157 гектаров земли, по которым они не получают никакого дохода. То есть аренду они не отдают его, людям они его не раздают для отчисления земельного налога. По заправкам был вопрос. Да, заправки сегодня, многие заправки считают сумму меньше, чем они должны. Здесь объективные причины. Крайняя либерализация налогового законодательства. Законодательство меняется налогу с учетом того, что наши граждане по умолчанию должны быть законопослушными и свою предпринимательскую деятельность они должны осуществлять и при этом соблюдать все законы Российской Федерации.